Так, мы готовимся к поездке. Нам необходимо сохранить крышу. Нам необходимо сделать так, чтобы не съехала крыша до отъезда поезда. И поэтому мы испробуем различные способы. У нас Наташка пробует. Да? Так, покажись. Убежала. Это уникальный способ провести лето в таком головном уборе. Надо купить арбуз, извлечь из него, то есть съесть его, насколько это возможно. И, пожалуйста, дальше нужно. Ну, можете подложить шапочку, если кому-то некомфортно, но не рекомендую. Арбузный сок – самый полезный сок на свете. Это раз. Данный головной убор универсален. На все сезоны. Годится на все сезоны. На все сезоны. Летом, само собой, в нем можно плавать. Если в армейской каске вы не сможете далеко уплыть, то это вас даже может спасти. Как все знают, арбузы не тонут, даже если у них нет содержимого. Зимой также это может помочь, потому что это, если я не ошибаюсь, теплопроводность у арбузной каски очень низкая, она не пропускает ни тепло, ни холод. Вот так вот, как сохраняет тепло. В дождь она тоже незаменима. В дождь просто вас могут принять за человека дождя. Потому что настоящий человек дождя, он носит такие арбузные каски. Вот. И тогда, если вас люди дождя, они примут вас за своих, тогда вам обеспечено счастливое будущее среди людей дождя. Вот наш такой первый репортаж об ноу-хау от демонстрирую, что это настоящая, совершенно настоящая арбузная корка. Видите? Видите? Все. Арбузная корочка, которая вычищена просто идеально. Видите? Идеально! Окончен. Нажимаем на кнопку.